Cool. And the beast is running, running, and running. Let's get it started. Busted. Мы сейчас едем, Артур, чтобы красивую природу видеть. Квадрик? Возможно. Смотри, Артур. Ущелье Сакликент признан самым длинным и глубоким каньоном Турции и вторым по величине каньоном в Европе. Его длина составляет 18 километров, а высота на разных участках достигает
до 1000 метров. На всем своем пути имеет естественной красоты крутые завораживающие скалы, несколько живописных водопадов и 16 пещер. По дну ущелья протекает река Эшен. Сокликент переводится как «затерянный город». Согласно путеводителям, это ущелье было открыто не так давно, лет 20 назад. Его нашел пастух. Но удивительно, неужели до этого люди не видели эту мощную реку, протекающую между гор? Артурчик, помаши лапкой.